Криминальная комедия и сказка о дружбе. Театр Республики готовит сразу несколько премьер. За одну из них взялся французский режиссер Мишель Пали. Он представит свое видение темы одиночества и заставит зрителя посмеяться над невероятными перипетиями, в которые попадают его персонажи. На репетициях побывала Анна Ковырзина. Ну да. Да, да, я проститутка. Ну что, профессия древняя. Парижская куртизанка и учитель французского. Два одиноких сердца в большом мире. Так описывает своих героев автор. Соединил два полюса на одной сцене французский режиссер с русскими корнями Мишель Пали. В Ижевск он приехал специально для работы над новым спектаклем. Мы решили сделать такую сказку, сказку для взрослых, потому что ситуация неправдоподобная, но она вполне могла бы произойти. Ну, просто мы рассказываем это более легким языком, мы не педалируем на каких-то моментах, и поэтому к Новому году здесь очень много позитива внутри, очень много. Поэтому сейчас задача артистов – этот позитив вытащить. Это пьеса в основном актерская, потому что здесь очень важно актерское пребывание. Юрий Малашин играет одну из главных ролей – учителя французского языка на пенсии. В его жизни все размеренно и правильно. И в этом актер и его персонаж похожи. Да, вы знаете, близок, поэтому многое мне в нем понятно. Конечно, я не бывал в таких ситуациях, но сам тип характера мне вот он понятен и близок. Для Елены Мишиной эта роль особенная. Заслуженная артистка Удмуртии привыкла к амплуа лирической героини. В этой же постановке она пробует себя в роли куртизанки. Параллельно с актерами ведут свой рассказ и декорации. Интерьер на сцене преображается с зарождением любви между такими непохожими и такими одинокими героями.